мертвых. Барышня, а вам в городе куда? Адресок скажите. Да я сама дойду. Да мне это не в тягость, а вам удобство. Вы же не местный. Ну, что же вам? Время терять, искать. Да я 2 месяца как прикомбинать. Все уж изучил. Вы мне адресок скажите, а дальше моя забота. Или боитесь меня? Да я смирный. Веселый только. Да не боюсь. Сиреневые 7. Знаю. Что? Там за домом что-то вроде кладбища устроили. Те, кого нашли, все там.
А тут всех похоронили? Да. Только несколько человек спаслись. Кто? Точно не знаю. Девушка там одна ногу ей поломала. Парень на комбинате работает, Илья. Семенов? Да, точно, Семенов. Как он? Да жив-здоров. И отсюда достали не царапины. Брат? Сын. Так он у станка, наверное, сейчас. Давайте я вас мигом домчу. Во сколько смена заканчивается? 8. Спасибо, что довез. Не за что. Я вас в машине подожду. Значит, Сталинград. Хорошо, что к нам направили. Опытных сотрудников, ох, как не хватает. Немцы всех расстреляли. Вы ведь местные? Местные. Значит, понимание с населением будет. Пока у нас милиция по крохам собрана. Из местных одна барышня из исполкома. Да инвалид. Ну, с возвращением. Рады? Будем работать. Семенова, отделение сейчас после бомбежки в Доме пионеров. Ничего. Я 2 недели назад запрос написал. Когда я могу ответ на запрос получить? Ну, запрос месяц. Через неделю придите. Лучше 2. То есть 2 недели подождать надо? Да. Вы куда? Туда. Распоряжение было? Все найденное оружие сдавать. Так я чего ж, не успел, товарищ милиционер. Егорыч, ну а таскать-то с собой зачем? Товарищ милиционер. Ну почему сразу Васька? Ну больше ничем помочь не могу. Что вам? Товарищи, где найти мне капитана Супруна? Супруна? Супруна. Изложите в письменном виде, я передам. Мне лично. Тут всем лично. Может, еще не успели сажать? Разрешите представиться. Старший лейтенант Галина Семенова. Прибыла на нанесение службы в качестве заместителя начальника отделения. Да пошла оформляться. Пошла. Я повторяю вопрос. Товарищи, помогите мне найти капитана Супруна. 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 Я ж просил не мешать. Здравия желаю, товарищ Супрун. Коль, у нас тут опечатка приехала. Чего? Ну, в телеграмме, помнишь, мы еще с тобой подумали, что Семенов, оказывается, все правильно. Семенов, ва. Ва. Галина. Захаровна. Оружие есть? Наградное. На службу выходишь немедленно. Оформлять будем своим чередом. С жильем я, значит, подумаю. Погоны и документ вечером. С формой придется подождать. У меня старая сохранилась. Приступать готова? Давайте задание будем работать. Тогда слушай, 2 раза повторять не буду. Здесь у нас особая позиция, значит. Город 3 месяца как освободили. Могут быть и диверсанты, и пособники.
Ну, а простым людям надо вернуть веру в свободную жизнь. Особая, значит, ответственность. Вопросы имеются? Пока нет. Гражданка! А? С вами наша сотрудница поедет. Вы на месте покажете, что к чему. Значит, убийство, ограбление. Все осмотреть, доложить мне. В госпиталь уже сообщили. За телом скоро приедут. Все понятно? Так точно. Ну, давайте. Разрешите оставить? Да, оставляй, конечно. Семенова! Да. Тебя как такую красивую в милицию занесло? Мужики довели, товарищ капитан. Разрешите идти? Разрешаю. Юра! Николай Михайлович. Щелкни ее на удостоверение. Хорошо. А то тоже мне милиционер. Чего ты улыбаешься? Иди работай. Выходит, вы немногим позже домой-то пришли. Маликов первым из бомбоубежища выскочил. Спешил очень. Спешил? Угу. Ну все, все, садись, закрыла. Угу. Скольких вы нападающих видели? Нисколько не видела. Слышала. Снаружи кто-то окно выбил, там, где кухня. А потом кто-то вниз по лестнице побежал. Я прям слышала, у моих дверей остановился. Угу. И? Ну, патруль спугнул. Сколько их человек было? Как вы думаете? Трое, а то и больше. Это вы... С чего так решили-то? После выстрела такая ругань поднялась. Ну уж точно не два голоса. Мужские голоса-то были. А какие же еще? Здрасте. Из госпиталя за тело можно? Можно. Здрасте. Старший лейтенант Семенова, подсобите. Ага. Дверь держи. Ага. Что? Богатый жил, сосед? Да у кого сейчас богатство? Действительно. У кого же? Понятыми будете. А правду говоришь, что они уже человек 15 убили? Кто? Ну, эти, которые в окно лазают. Кто такие? Ну, слышала, говорят, прям в окно залезают, у всех мешки на головах, чтобы не узнали. Ну, человек 10 порешили. А, и говорят. Толком никто ничего не видел. Да я сама слышала. Они в окно вылезали. Галина Захаровна, преступники попали через чердак. Следы как раз у окна на кухне. Чаю попей. Дай-ка сюда. Ну, какие мысли? Имена. Первые цифры имя, вторая фамилия. Ну, а почему последние цифры больше гораздо? И вот эти три по какому принципу вычеркнуты? Николай Михайлович. Нужно на ночь в квартире дежурного оставить. Да кто рискнет после неудачного налета, еще со жмуриком, значит, комендантский час нарушать? Что мы знаем? Их было не менее 2 человек. Нападение спланированное. Маликов жил скромно. Квартира у него была ничем не лучше, чем у других, но тем не менее напали. Значит, про куш знали. Даже комендантский час их не напугал. Судя по ране и следам крови, убийство было случайное в драке. Вон даже соседка сказала, что после убийства ругань поднялась. Оно и понятно. Про тайник-то они не узнали. Вывод. Банда просто так не отступится. Ну, так сразу банда. Ну, может, какие залетные? Банда. Ну, Николай Михайлович, ну, с мешками на головах. Ну, случай же не первый, ну, правильно? Ну да, месяц назад одного убили во время бомбежки. 15 дней назад другой выпал из окна. Еще 2 человека говорили, что видели ночью каких-то с мешками на головах. Естественных доказательств нет, патруль никого не задерживал. Так что связаны эти смерти между собой, значит,
Непонятно. Поставим патруль, выясним. Семенова, у меня в отделении и так людей наперечет. Ты хочешь, чтобы я пустую квартиру охранял? 53 тысячи рублями, 17 марками. Хозяин мертв. Даже я бы рискнула. Грязев, сегодня ночью не спишь. Почему? Ну, вот тебе это комиссарша объяснит. Галя? Давай, давай. Галя! Виноградика! Ты что? Ты к нам работать? Юр, да. Иди работать. Николай Михайлович, работать к нам! Вы квартиру уже определили? Ну, пока нет все. Она у меня поживет, ты же не против? Нет. Ой, за отвагу! Как ты? Что? Позже поговорим. Да-да-да-да-да-да. Ой, Галя! Николай Михайлович, могу приступать? Ой, не ну, приступай. Все. Ой. Грязев, за мной. Чего замер-то? Команду слышал? Давай. Паша, Паша. А? Говорят, что с испугу люди перестают заикаться. Ты воспользуйся шансом. Иди, Грязев, иди. Господи. Это же Галя, подруга моя. Мы с ней... Подруга, подруга. Она... Надежный товарищ? Положиться можно на нее? Ох, еще бы, она в Орле служила. Да? А что у нее в родном городе? Так это, как распределили? Она очень хорошая, она, ой, какая. Ну, посмотрим, посмотрим. Иди работай. Ага. А главное, балбу звезда горит. Нин, иди работай. Нина, давай, давай. Веселишься. Работаю. Юр, зайди ко мне. И давно вы в милиции? 14 лет. Вру. 2 года на войне. Выходит 12. Я только год после контузии. Сбили? Ой. Неудачная посадка. А вас тоже после ранения? Посчитали в тылу нужнее. Ранение так. Плечо задело. Где воевали? По Сталинградом. Только не надо меня жалеть. Другим тоже тяжело было. А здесь родные в городе? Стой. Мы же в квартиру идем. За подъездом могут следить. Пошли 2 милиционера, вышел 1. Непорядок. И как? Я думаю, с тылу. Так, иди сюда. В арку. Стой. Давай, летчик. Работаем. Сиди в ванной. Им сюда без надобности. А у тебя обзор здесь лучше. И в окно, и на прихожую. Все, садись. И запомни, проследить лучше, чем задержать. Держи. И без геройства, понял? Понял. В случае чего, накрывайся и ори. Живой милиционер лучше, чем смелый. Когда последний раз спала? Не сегодня, понятно. Комендантский час скоро, так что отбой, значит. Я инициировала операцию.
Я несу за нее ответственность. Так, Семенов, ты тут до утра собираешься сидеть, грязь его караулить? Так точно, товарищ капитан. Ты вот это вот прекращай свои, так точно. Не на войне. Но война-то еще не закончилась. Виноградова, забирай подругу. Так точно, Николай Михайлович? Домой, топайте, это приказ. Поехали. Идем, Кань. Коль, что ты к ней цепляешься? Да нравится, что ли? Так ты еще. Юра, дежуришь сегодня. Николай Михайлович. Дежуришь, понял? Хорошо. Юр, пока. Нравится. Давай, капитан. До свидания, Николай Михайлович. До ярки. Готово? Юр, пока. Всего доброго. Здравия желаю. До свидания. Галь, ну а как тебе Николай Михайлович? Кто? Здрасте, Супрун. Да начальник. Вроде дельный мужик. Я ж тебе не об этом. Ну, видный какой, а. Прости, я. Правда, что я с глупостями своими? Ты на Сиреневую ходила? На могилу к маме была. Ой, бедная. Не да... надо. Я не бедная. Выжила? Знаешь, счастливая. Ну да. А с Ильей-то виделись? Нет пока. Он вроде как на комбинате работает. Чего его отвлекать-то буду? Так, на комбинате смена до 8, значит, сейчас он уже дома. Пойдем, нет, я тебя провожу. Нормально. Жив-здоров? Значит, все, я рада. Ну чего? Не хочу. Я последний раз его видела, ему 14 было, сейчас 17. Ну? Взрослый мужик. Ну что, ему приду, скажу здравствуйте, а он? А он обрадуется. Обрадуется. Или пошлет меня нахрен. Что, он не прав будет? Прав. И я права. Ну так уж сложилось, жизнь так вышла. Может, если все правы? Так пусть оно само. Как шла жизнь, так и пусть идет сама. Да... Галь! Да... Ну, пог... Галь, ну ты чего? Ну погоди, ну стой! Галь, ну сейчас самое время все заново начать. Ну чего ты умничаешь, Галька? Все крутишь? Кручу. Так, так, ладно, ладно, ладно. Попробуем заново. Правильно. А я рядом буду. Ну чего ты? Зато полюбись. Ну не трогайте меня, знаешь, да что не трогай тебя, все, рядом стань. Чего ты как ёж прям стала? Так. Тут не написано. О, 16-е. Значит, вот, 15-е. Здесь должно быть. Чего напугаешь? Ой, здравствуй, Илюш. Вырос. Ну, надо же. Ну, здрасте, Илюш. Привет. Ну. Я вернулась. Как всегда, на два дня? Навсегда. Навсегда. Жить буду у Нины? Да, у меня пока, да. Про бабушку знаю, видела. Работать буду в милиции. Со мной. Приходить к тебе буду. Ладно, мать, комендантский час на носу. Я весь день на работе, с ног валюсь. Я так понимаю, жить и есть, ночевать. Илюш, что там? Неважно. Спасибо, что зашла. Кто это? Ой, ну... Это кто? Это кто? Илюш, ну нельзя так, мать же твоя, Илья, ну... Она ж как приехала сразу как к зовут? Тебе. Лиза. А это кто? Ее брат. Здрасте. Здрасте. А вам чего, товарищ старший лейтенант? Это мать моя, которая меня бросила. Я не бросала. Вы вместе?
Да, Лиза беременна от меня. Ой. Когда мне собирались сообщить? А я не собирался. Я чайник поставлю. Не надо. Мать уже уходит. Не надо за меня решать. Хочу уйду, хочу не уйду. Ты мой сын, там мой внук. Или внучка там. Нет тут твоего ничего. Хватит тут комедию ломать. Ты меня не вчера бросила. Я не бросала. Я горбатилась, чтобы ты жил нормально. Добрый вечер. Ой. Я прошу прощения, что вторгаюсь. Здравствуйте. Хотел тихонечко посидеть, а тут такая драма. Меня Егор зовут. Галина Захаровна. Очень приятно. Егор. Виноградова. Здравствуйте. А я так понимаю... Мама. Мама? Мама. Правильно понимаете, правильно. Слушайте, я сейчас все равно собирался уходить. Может быть, вместе выйдем, пройдемся, поболтаем. Вообще-то я к сыну приехала. Поболтали. Мы уже ложимся спать. На комбинат завтра рано вставать. Все, пойдем, Галя. Пойдем, Галь. Пойдем, нехорошо получилось. Правда. Пойдем. Пойдем. Да. Пойдем. Пойдемте, правда. Ну, утро вечера, ну, сами знаете, как дальше. На этот раз я не уеду. Нехорошо. Илья, нехорошо. Все Галина Захаровна, сын ваш, мой хороший товарищ, ну, очень он обижается, что вы его в детстве мало навещали. Ну, я в Орле служила. Да. Поэтому, как была возможность... Нет, 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 вы не подумайте, я вам не судья. Ну, всякое бывает. Вы что же поймите? Мальчишка молодой, дурная башка. А чего вы за моего сына-то говорите? Вы его откуда знаете? Вы же не местный. Не местный. Не местный? Мы познакомились с ним в оккупации. Хороший парень, чего? Хотите, я с ним поговорю, успокою его? Так, 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 так. Знаете что, Егор? Как вас по батюшке-то не знаю. Семёныч. Семёныч. Егор Семёныч, мне посредники не нужны. И уезжать я никуда не собираюсь. Так вы ему передайте. Угу. При случае. Да. Нам посредники не нужны, Егор Семёныч. Пойдем, Галя. Ты что творишь? Много ли бабе надо? Здравствуй, мама, чмокнул щечку и все. Я не могу и улыбаться. Можешь. Так надо. Прав. Прав. Я знаю, что прав. Мылась сегодня? Да. Ну, так отразивайся. Дорожки. Значит, мало. Бросила. У самого баба на сносях. А он родной матери на порог зайти не предложил. Даже чаю не поставил. А мы чай сейчас поставим. Не, справедливо ты, Нин? Справедливо? Ну, конечно, несправедливо. Несправедливо. Конечно. Галь, я что подумала? У тебя своего гражданского нет, мои платья тебе не подойдут. На после войны себе хранила. Смотри, какой отрез, а? Я, может, и не лучшая мать, но какая досталась. Да хорошая ты, мать, хорошая, ты посмотри. Вот такое платье тебе пошьем. Платье, Крепыш, спасибо. Шин. Все, сгодится, сгодится. Все. Я, между прочим, тоже не выбирала. Нет, скажи, я заслужила такое обращение или не заслужила? Нет, не заслужила.
Как мне с ним заново начинать, а? Всю жизнь так. То яблоки у соседей украдет, то стекло разобьет. Мальчишка. А Матвеев это кто? Рубщик мяса на комбинате. Ну, вроде как это он Илью из-под бомбежки спас. Вроде. Ну, спас, вытащил. Люди видели. Там знаешь, как было? Говорят, сразу после первой бомбы он в дом вбежал. Илью там чем-то придавило. И он его вот прям вытянул и на руках вынес. И вот они только вышли, прямо за ними стена рухнула. Ясно. Ну. Правильно говорят. Яблоко от яблони недалеко падает. Да. Ты о чем? Сама знаешь о чем. А. Ну, тебе отрез-то понравился. Хороший, хороший, спасибо. Заярист только больно. Да, ну ты что, он хороший в самый раз. Мы тебе знаешь, как пошьем. Ой, а не отрезное сейчас так модно. Вот здесь вот пуговички пустим. У меня нитки есть. Ой, белые-белые, такие новенькие. Я тебе крючком воротничок свяжу. Это как? Я узор новый знаю. Без мишуры. Посерьезнее, пожалуйста. Да какая мишура? У нас в исполкоме все так перед войной ходили. Я вот... Такой холесенький. Ну ладно, ладно, не заляпай, не заляпай. На тебя похож. Галина Захаровна! Галина Захаровна! Грязев, ты? Нет, это Юра. Кто? Юра. А, Юрий, ты что? Что? Я от Николая Михайловича. Что? Сработала засада. Взял Грязев жулика. Вот он. Где бандюга. Это что? Вижу. Допросили подозреваемого. Врет, значит, как дышит. Говорит, переночевать хотел. Угу. Сам первым делом под шкаф сунулся. И текать. Еле словил. Говорю же я. У шкафа хотел прикорнуть, а потом слышу, в ванной кто-то сыпит. Но. Испугался. Ты откуда узнал, что квартира-то пустая? Так говорили, что Малика убили. Вот думаю, поживу пару дней с комфортом. Соседи говорят, что у Маликов бедно жил. Ты на какой комфорт ты рассчитывал? Тетенька, под забором спать любая крыша комфорт. Ладно, ладно. Значит, берем отпечатки? Угу. И будем отправлять? Да, да. Куда? Куда-куда. У тебя крыша над головой и решетка за окнами. Я ж ничего не сделал. Как ты ничего не сделал? В чужую квартиру залез. Ты хозяин квартиры, помер. Но это не значит, что она твоя стала. Бестолочь. Ты хоть знал, зачем лез-то? Говорю же я, меня никто не посылал. Николай Михайлович. Покажем. Комиссар, зачем? Ну как, пусть знает. Mm-hmm. Небось, рублей 50 обещали. И поди сказали, чтоб внутрь не заглядывал, да? Ну все, нечего с ним разговаривать. Давай отправляем. Да, отправляй. Грязев, заводи мотор. Может, завтра? Завтра другие дела будут, сегодня вопросов больше нет. Все, работаем, работаем. Давай берем отпечатки. Разрешите? Идти. Тупайте, тупайте. Да вы что, ну нельзя же так! Как, ты в чужую квартиру забрался? Комендантский час нарушил. Все, давай, отвечай, дружок. Да выслушайте меня! Что выслушать? Какой тебе толк? Может, я что-то
Ну, это другое дело. Нас интересуют те, кто тебя отправлял. Они, небось, сразу срисовали, что мы тебя поймаем. Видишь? Вы хоть никому-то не нужен? Нет! Один он был! С мешком на голове! С мешком? Был! Был да сплыл! Давай, продолжаем, продолжаем! Нет! Мы с ним встретиться сговорились! Ждет он меня, ждет! Я скажу где! Ну, пожалуйста! Где договорились? Только... Он сказал, если что, убьет. Так, 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 не убьет. Мы же с тобой будем. Заметит. Мы спрячемся и не заметит. Там негде прятаться. Принес? Ну что, язык проглотил? Принес. Внутрь не лез? Как уговорились. Давай сюда. Не, я отдам, а вы обманете. Ты что, самый умный? Давай сюда, не обману я тебя, тут и твоя доля есть. Это же сколько тут? Не твое дело. На. А ну остановись. Точно не залезал? Да чем угодно клянусь. Я тоже могу. Ах ты сволочонок! А! Брось пистолет! Вальтер, 138. Да уж, сколько, значит, после немца оружия осталось. Вот такие штуки редко попадаются. Пацан. Офицерское. Посмотри, ты не знаешь, что это такое? М? Нет. Ну, вспомни. Ну, может, твой вот этот друг с мешком на голове, может, упоминал где? Да какой он мне друг? Ну, ладно. Николай Михайлович. Юр, что? От Фролова приходили. Хочет пообщаться с вами и с Семеновой. Твою мать, значит, когда? Сейчас. Собирайся, Семенова. Пойдем с коллегами знакомиться. Куда? В НКВД. А с мальчишкой что делать? Ну что, в детский дом отправлять, что? Не надо в детский дом. Ну, ладно. Я оттуда сбежал, меня чуть мальчишки не убили. Да ладно. В нашем детском доме? Нет, в Курске. А, ну вот видишь, а в нашем, может, понравится. Не заставляй себя силком тащить. А если все. Я кое-что знаю? Что ты знаешь-то? А в детский дом не отправите? Ты, значит, вот что. Не зли меня, а то сейчас обратно в Курск поедешь. Ладно, ладно. Дядька один есть. Не в городе живет. В Ленинском луче. Оружием торгует. Немецким. Откуда ты знаешь? Видел. Когда к нему за курица лез, ему как раз пришли какие-то. И что ты раньше молчал? Так вы не спрашивали. Так, Юр, бери Пашу, собирайте группу, берите пацана, едите в этот Ленинский луч и привезите сюда этого дяденьку. Побеседуем. Семенова, пошли на ковер. Хорошо, Николай Михайлович. Ну, веди давай, показывай. А может, я словами объясню, где этого дядьку искать?
Галя. Здравия желаю. Здравия желаю. Доброе утро, товарищи. Садитесь. Ну, что за дела? Вторую ночь подряд стреляют. Да еще слышал, не поймали никого. Не поймали. Слышал, эти орудуют с мешками на головах? Один он был. Но нельзя исключать, что есть и другие? Нельзя. Значит, у нас банда. Так точно. Ой, комиссарша, когда ж ты наконец угомонишься-то, а? Ну а что с убийством? Откуда у убитого такие деньги? Может, он сам был связан с бандитами? Ну, это вряд ли. Работник почты, все время на виду, физически слабый. А в банде у нас другие товарищи орудуют. Мы тут с Николаем Михайловичем два вопроса прорабатываем. Это откуда деньги? И как банда про них узнала? Да ведь, Николай Михайлович? Вы мне вот какой вопрос проработаете. Потому что у меня его обязательно спросят. А я потом с Николаем Михайловичем буду спрашивать. У нас почти месяц под носом орудует банда. А мы до сих пор не разобрались. Фактов не было. Сегодня утром появились. Вот и разбираемся. Я потом отчет подробный предоставлю. Не потом, а каждый день. Вон у тебя помощница теперь есть. Вот ее и посылай. Будешь, Галя, связь осуществлять. Ничего, что на «ты». Не люблю официальщина. Можно. Про мать слышал, соболезную. Работать не мешает. Работаем. Вот этот настрой. Замужем? Нет. И не была. Простите, а с чем вопрос связан? Да вот сигнальчик поступил. Мол, не соответствуешь моральному облику советского милиционера. Распущенность, сына в небраке прижила. Сын-то как? Парень хороший, толковый. Нормальный. Свободны. Жду с отчетом каждый день. Кто ж сигнальчик накатал? Есть соображение? Какая разница? Для меня есть. У меня в отделении только я решаю, кто соответствует облику, а кто нет. Товарищ капитан! Товарищ капитан, беда! В Ленинском луче перестрелка! Машина! Работаем. Разберемся. Николай Михайлович. Ну, что тут? Мужик этот мутный. Все, юлил. Говорил, мол, жена у него больная. Не тревожьте. Ну, Паша и предложил. Ты его убалтывай, а я тихо пролезу. Ну, я убалтывал, убалтывал, он Пашу заметил, и давай шмалять. Березев-то цел? Да цел он. Там за бочками спрятался. Косторез у него, Николай Михайлович. Рассматривается все. Может, рано или поздно сам сдастся. Комиссарша, стоять! Паша! Не убивайте его! Пошла отсюда! Не убивайте! Скажи ей, пускай убирается отсюда! Не уйду! Убить его хочешь? Меня убей первую! Сволочь! Пусть идет! Что он тебе сделал? Скажи ему, пусть оружие выбросит! Паша, брось оружие! Паша!
Сволочь, брось оружие, тебе говорят! Что это бросит? Я тебя прошу! Все, бросил! Заберу его! Стоять! Стоять, сказал! Чего? Он же без оружия, что он тебе сделает-то? Ты не видишь, что ли? Я просто его заберу и все, а ты беги, куда хочешь! Стоять! Маму, что ли, испугался? Господи! Иди, тебе уходить надо! Просто уходи и все! Стоять! Паша... Руки! Что это за самодеятельность, а? Я работу выполняла, Николай Михайлович. Пошел! Забирай! Твоя работа, Галя, оставаться в живых. Так точно, товарищ капитан. Да перестань ты, хватит! Хватит, что ты козыряешь по делу и без дела? Не на войне. А война еще не кончилась. Там не закончилась. Галь, выдохни. Выдохни. Мы здесь, значит, мир восстанавливаем. Мир, понимаешь? Ну, вообще, молодец. Ну, все, все, не дуйся. Мало нас. Вот и переживаю за каждого. Разрешите идти, товарищ капитан? Ты, значит, скажи нормально и пойдешь. Какие все мужики упрямые. Николай Михайлович, разрешите переодеться, а то ваш заместитель в бабьем платье. Как-то не солидно. Ну, другое дело, иди. Выдохни, муженек. Ну и откуда это все у тебя? Да. Галина Захаровна. Товарищи, я говорю, ну, нашел. Я сдать собирался. Ну, правда. Ты эти сказки кому-нибудь другому рассказывай. Пошли, стрелок. Товарищ пенсионер, ну не губите. Дурака свалил. Ну так получилось. Я ведь так вышло. Ну простите, пожалуйста. Простить, значит. Ага. Сейчас. Все, простил. Шагай теперь. Честных людей хватаете, а бандиты на свободе бегают. Какие бандиты? Матвеев, например. Кто это сказал? Матвеев с мясокомбината. Здрасте. Пройдемте с нами. О прошлом вашем поговорим. И почему вы его скрываете? Форточек-то можно снять? Конечно, конечно. Подсобите. Заберем вашего? Забирайте. Товарищи, стойте! Подождите! Постойте! Илья, не мешайся! У меня есть вопрос, только не к тебе, а к товарищу милиционеру. Идемте, идемте, не обращаем внимания! Зачем вы хорошего человека забираете, когда у вас убийца просто так на улице гуляет? Кто? Как кто? Ты, Галь, ты! Вот преступник, что же вы сейчас не схватят, а? Пошли отсюда. Илюш, все нормально будет. Все нормально будет, Илюш. Я хочу написать заявление о том, что она убила моего отца. Что, мать, поджилки трясутся? Да? Ну что, постилка воровская? Подстилка. Thank you.
Матвеев Егор Семенович, это значит настоящее имя? Самое, что ни есть, настоящее. За что сидел? Налет с оружием. Только, товарищ начальник, я никого не убивал. Не по моей этой части. Запрос сделаем, выясним, что значит по твоей, что не по твоей. У нас как оказался? Бежал? Да нет, ну что вы. У нас же в Свердловской колонии всех мужиков подходящего возраста собрали в теплушку и на фронт, в штрафбат. Год повоевал, потом ранение, госпиталь-то здесь. А там и моргнуть не успел, как под немцем оказался. Когда наши пришли, что у нас остались? Вы же не местный. Вам вопрос, значит, задали? Ну, тут такое дело. Родных-то у меня нет. Был приятель Тоха. Галина Захаровна его знавала. Был приятель Тоха. И? Ну, у вас же с Тохой сын общий. Илья. Какая связь между моим сыном и вами? Ну, связь-то самая прямая. Приятель-то мой, Тоха, перед самой смертью завещал о сыне позаботиться. Вот я его отыскал. Вместе под немцем выстояли. Вместе и на комбинат пошли работать. В городе орудует банда. Совершено несколько налетов. Люди, значит, с определенным опытом. Что можете добавить по этому вопросу? Да ну, а что мне добавить? Я ж как голенький. Днем работаю, ночью сплю и все при свидетелях. Угу. Вы бы отпустили меня. Куда же денусь-то? В камере надежнее. Юр, проводи гражданина. Семенов, а мне что про этого Тоху знать нужно? Жулик-рецидивист. В 39-м умер. Ты его? Язвенная болезнь, Николай Михайлович. Не пришлось. Ну, иди, скажи, чтоб запрос отправляли. Что ему, сука, про меня рассказал? Правду. Ты откуда можешь правду-то знать? Ну, только знал, что вы по следу его идете. Вот и наказал мне, если с ним что-то случится, за сыном приглядеть. А? Комендантская смена заканчивается. 8. Галина Захаровна, ты уж прости, что так вышло, но не хотел я в твои дела лезть, но я же не знал, что ты сыну про отца ничего не рассказывала. Да у него нет отца-то. Он только мой сын. Сына без отца не бывает. Сука. Сегодня ночью. Сегодня ночью. Угу. Сегодня ночью. Угу. Сегодня ночью.
Угу. Сегодня ночью. Значит так. Деньги были тут. Вот видите. Я, значит, деньги взял, пистолет положил, и все. Сколько их было, значит? Один. Он и до этого один заявился домой. И сейчас один. Правда, вот тот или другой, не скажу. У него на морде мешок был. И близко ко мне не подходил. А как пистолет и забирал, не видел? Так он мне сказал уходить, и я ушел. А, вот еще что. Он же мне марками заплатил. Я еще говорю, мне бы рубликами. А он говорит, марками надежнее. А все стволы, что продал, офицерские были? Да, они так просили. По-русски как объяснялись? Хорошо? Немецких слов не впутывали? Да нет, нет, да мы же с ним общались как. Чинь да положи. Вот это знаешь, что такое? Ладно, заканчиваем здесь. Нет. Отправляем товарища в центр. Толку от него не будет, я чувствую. Товарищ, а как же так? Паш, что ты стоишь? А? Товарищ! Из офицерского оружия убивали. Но я же показания дал. Это что для форса, что ли? Руки. Или себя особенными считают. Угу. Офицеры. Николай Михайлович, если я свободна, я могу на квартиру к Малику вернуться? Я помогу. Шагай давай, помогальщик. Ну я же покаялся. Покаялся, товарищи! Добрый день. Старший лейтенант милиции Семенова. Вы одна проживаете? Одна. Два дня назад убили гражданина Маликова Евгения Ивановича. Вы какое отношение к нему имеете? Как еще раз вы говорите, вашего товарища звали? Хорошо. Мы нашли у него список. Там указана ваша квартира. Не знаю я ничего. Я с ночной смены, мне надо поспать. Подождите, подождите. Я очень устала. Вы же все спросили. Хорошо. Спасибо. Собирайся. Куда? В отделение милиции пойдем. Там разберем. Проходим, проходим, бабоньки. Давайте живее, живее. Ну что вы как вареные курицы, ну? Так, это куда значит? Чего такое? Куда? Это по делу Маликова, задержан для дознания. Так что, вся толпа что ли? Первая цифра, страница справочника. Угу. Вторая улица, третий дом, четвертая квартира, пятая пока не знаю. А это что говорят? Ну что, отпираются. Что, на каждую строчку свой адрес имеется. Угу. Ну, таких совпадений не бывает. Вот всех сдержала, кого дом застала. Ну а что, ко мне в кабинет притащил? Ну, Николай Михайлович, надо додавить. У меня пока еще авторитета не хватает. Полномочия. Давайте, работаем.
Товарищ милиционер, ну мы же ничего не нарушили, ничего, никому не вредили. Конечно. Да, кто хочет права качать, для этого у нас отдельная камера. Устраивает? А наши права? Все, 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 тихо. Тихо. Ну что такое, ну? Тихо, значит, тихо. Еще раз повторяю вопрос моей заместительницы. С какой стати места вашего проживания были зафиксированы товарищем Маликовым? Так мы ничего не знаем. Мы этой вашей вот так и сказали. Мы, так сказать, с полным осознанием. Да. А Галка, да, Галка всегда бешеная была. Так. Тихо. Значит, поскольку речь идет об убийстве. О каком убийстве? Каждый рассматривается как подозреваемый. Да и черт с ним. Все равно возвращать некому. Возвращать? Что возвращать? Вам Маликов деньги давал? Ну, давал. Давал. Вот проценты? Да. Давал. Ну, давал. Тебе тоже давал, да? Скажи, да? Давал. Тебе 2000? Угу. Тебе 4? Да, да, да. Да. А тебе 8? Это он записал 8, а мне 8? Давал 5. Вот смотри. А я вообще 500 рублей взяла. О, на 3 дня сдержался, он сказал, все, тебе долг 2000. Солидно. Это только те, что не отдали. Так, может, мы сейчас и разберемся во всем. Да. Неси карандаши и бумаги побольше. У всех уже. Так, товарищи, с каждой подробные показания. Где, сколько брал, когда брал. Ну, ты скажи, может, скажи про себя. Товарищи милиционеры, да. Правильно ну, я говорю? Раз такая помощь от нас, может, вы нам и вещи вернете? Какие вещи? Да, да, пожалуйста, вещи. Нас... вещи. Проценты вещами брал. Угу. Я вот пальто ему отнесла и колечко. Не шибко красивое, но все же. Я боты давала. Я сумочку коричневую с бантом. Мне да, муж подарил. Да, я самовар медный. Да. В квартире у Маликова вещей не было. Че, вынесли? Так, вот. Граждане, вещи, отданные Маликову, подробно описать. А за помощь нам вознаграждение не полагается? А за помощь полагается большое человеческое спасибо. Тем, конечно, кто глупые вопросы не задает. Грязев, соберешь показания, у кого готово? Я все. Ну и где ты эти вещи найдешь? Всплывут. На рынке всплывут. Рано или поздно. Ты на рынке жить собираешься? Николай Михайлович, будем работать. Печатай, Нина. Он выходит, и там... Выйдите оба. Мне с сыном поговорить нужно. Садись. Стукается пришла. Ты зачем у Маликова в долг брал? Чего? Ну, не прикидывайся. Не было такого. Илюш, тут дело серьезное. Человека убили, а за тобой долг 3000 записан. Так что врать нельзя. Мне руки как? Так или за спину? Ну, не ерничай. Галина Захаровна. Это я брала. Он ничего не знал, я тайком сходила. Во, дура. Ну а что? Я 3000 взяла. Мне на почте обещали скоро начать зарплату выдавать, а все никак не начинают. А мне мыло детское предложили и байку для пеленок. Так если вам помощь-то нужна, так... Нам от тебя ничего не нужно. Хорошо. Выйди. Я про отца ничего не рассказала, потому что ты маленький был. И бросил он нас до того, как ты родился. Вором был, вором и умер. Как положено в камере под следствием. Потому что ты к нему даже врача не пустила. Показания дал бы и пустила бы. Был бы ему и врач, и срок бы отсидел, как положено. Жив бы был. Хорошо. Хорошо, дядю Егора за что задержали? Ты не путай. Ты не путай, он тебе не дядя. В городе банда орудует.
А к Матвею твоему очень много вопросов. То, что он подельник твоего отца, тоже знаешь. Не в его пользу. Давай. Карточки возьми. Обменяйся на что-нибудь. Вот. Что ты, мать, за человек такой? Пришла. Допрос при всех устроила. И между делом позаботилась? Нет, мать, у тебя просто так ничего не выйдет. Да я не жду, чтобы было просто так. Ты знаешь, где я живу. Я знаю, где ты живешь. Все. Да подумай, о чем я тебе сказала. Ох, время нам нужно с тобой, Лёшка. Время. Я по тебе соскучилась. Соскучилась по тебе. Ну-ка, позвони к свою. Лиз. Заправляйся, что ли. Как оболду сходишь. Да перестань, все. Ты рубашку-то ему стирай. Будем работать. Mm-hmm. Работать будем. Mm-hmm. Миленький, я уже так и сяк. Говорю, не скоро. Говорю, устала, если работа придет. Она все не уходит и не уходит. Ничего, что про Маликова рассказала. Ничего. Закрой глаза. Закрой глаза. Я тут на рынок сходил. О. Дынь. О. Красивые. Красивые. Егор надежный, он не сдаст. В другом беда, в его мамаше. Ты скажи, оставит она тебя в покое? Нет, ни меня, ни Егора. Ты же понимаешь, к чему все идет? Все понимают. Не чересчур. Милиционер это. Это отвлечет их и напугает. А нам того и нужно. Кто за? Вы что, боитесь? Илюх, ты против? Я за. За. Отпусти! Мама! Стойте! Мама! Стойте! Мама! Отпусти! Пошла! Сдохни! Таня! Таня! Тварь! Говори, не говори. Я не слышу. Да я не знаю, что я не виновата. Я не виновата. Постарайся. Пожалуйста. Я прошу вас. Пожалуйста. Я правда говорю, я ни при чем. Я ни правда. При чем. Сука воровская. Я прошу. Говори, я подарю, говорю. Thank you.
Полы намыла, кашу сварила, сама поела. Так что садись. Ничего себе. Бери, обещала. Ой, оно высохло почти. Ты когда встала-то? Спать. Дело скучное. Ой, красота какая. Ну все, 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 хватит. Давай ешь. Угу. И потопали. Ой, ой. Сейчас чайник принесу. Ой, вкусно. Вкусно, говорю, Галь. А что, Галь, нашла ты общий язык с Николаем Михайловичем? Чего? Ну, чё-чё. Он тебя в оборот взял. Комиссаршей зовёт. Выделяет. Меня только на второй месяц запомнил. А так то Надей звал, Наташей. По мне, пусть хоть горшком назовёт. Лишь бы дело давал. А ты встретила кого-нибудь? Война кончится, тогда встречу. Я как Николая Михайловича увидела, сразу поплыла. Вот тебе и война. Николай Михайлович, ты хоть раз отправь. Ну, посмотрим, что ответит. Тут и говорить не о чем. И так знаю, откажут. Ну, не на своем я месте. Ты понимаешь, не на своем. Извини. Вот здесь твое место. Забери. Забери. Ну, будь ты человеком. Ну, отступая под ударами Красной Армии, немецкие оккупанты разрушили и сожгли в селе Матвеев Курган 440 жилых домов, 5 школ, театр, клуб, библиотеку, детские ясли, районную больницу и другие общественные здания. Гитлеровские бандиты зверски убили сотни честных советских людей. За каждого из них мы будем мстить. Пойдем. Мы отомстим немецким захватчикам за кровь и слезы наших матерей, отцов. Хватит сырость распускать. Нормально. Мы победим. Ты что, не веришь? А страшно там на фронте было? На фронте проще. Проще. Тут свои, там чужие. Свои стреляют по чужим. А здесь кто в кого стреляет? Кто свой? Сорванец. Давай, ты туда и сюда. А... Я тебя сейчас поймаю! А ну стой! А ну стой! Отдай курицу! Я тебя сейчас душу надеру! Вот ты где! Куда? 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 Ой, стоять! Стоять! Все. Убежала! Убежала, поймаешь. Давай. Тут я вляпалась. Тетеньки, да помогите же! Не-не-не-не-не, у нас такие правила. Сам воруешь, сам уловишь. Ага. Давай-давай, дяденька.
Цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып. Иди сюда. Герой. Не-не-не. Не-не-не, не надо. Убери. Ну что? Глам стоял, чуть не плакал. Живот трет. Дайте хлебушка, дайте хлебушка. Глянь-ка. Ой, ты да. моя девочка. Ты моя красавица. Еще? Моя красавица. Еще простите, тетеньки, я больше так не буду. Простите, тетеньки. Дрянь ты такая. Девочки, вы его в камеру заприте. Что там в камеру? Вы заявление напишите, мы его расстреляем к вечеру. Обязательно Господи. Напишу, обязательно. Да ладно, бабмань. Да пусть живет. Только чтоб на глаза мне не попадался. Пойдем, бабмань. Иди, иди, бабмань. Сегодня расстрела не Стоять. Будет. Стоять. Мы ж тебя в детский дом отправили. Ну там скучно. Сидят девчонки, шьют. Ага. Кури воровать куда интересней. На, ешь. Ну я же ради пользы старался. Она бы нам яйца несла бы. Ты пользу приносить хочешь? А память у тебя как? Хорошая? В Курском детском доме нам по вечерам воспитатель капитал читал. Слово в слово помню. Хотите, расскажу? Верю. Есть задание. Справишься? Буду делиться пайком. Галь, какое для него задание? Ничего, лишние глаза не помешают. Ну что? Давай. По рынкам нужно пошататься, вещи поразглядывать. Скажу, на какие обратить внимание, хорошо? А в пайке шоколад будет? Разберемся. Тогда согласен. Давай. Ну, давай, с выражением. Товарищ Сталин на тебя смотрит. А можете, пожалуйста, почитать? Я просто на слух лучше запоминаю. Ну, смотри. Проверю. Ешь. Пункт первый. Пальто на правом рукаве дырка, прожженная от уголька. Пункт второй. Подсвечник в виде... Господи. А, в виде лилии медный. Пункт третий. Самовар тульский. Медный с вмятиной на обороте. Картошку даешь. Пункт четвертый. Блюдо с красной каймой. Сказала картошку сначала. Пункт пятый. Боты дамские резиновые. А на каком рукаве у пальто дырка? На правом. Точно на правом. Галь, молодец. Ну, будем. Ай! Больно! Осторожно! А? Как там, не зашибся? Простите, дядя! Иди. Ничего, ничего, живой хоть. Топай. Домой. Иди оттуда! Почему так дешево? Как не буду обманывать бабоньки. Из захоронки. С тела снял или в захоронках? Ну что я, мародер? По захоронкам нас собирал, по захоронкам. А ну кыш! Ходи, говорю. Все, я прохожу мимо. Давай, давай. Ну вот, вот оно, мое пальто. А вот дырка. Вы подтверждаете, вот. Что именно это пальто вы передали гражданину Маликову уплату процентов? Так точно. Хорошо. Граждане, кто-нибудь еще свои вещи узнает? Так вот же, самовар мой медный. И подсвечник. Хорошо, хорошо. Ниночка! А? Зафиксируй. Показания, пожалуйста. Ага. Знаете, а вещи вам придется все-таки оставить до окончания следствия. Это как? Придется оставить. Глядя! Нет, это как? Дочка,
Юлочка, забирайте вещи, пожалуйста. Гражданочка с пальто. Отдавай. Гражданочка с пальто. Проходим ко мне. А вы вообще вернете? Ну, присаживайтесь. Так, дамочка. Вы когда вернете? Сдаем. Так, пишем. Смотрю. Признаться не надумали? Так я всю правду сказал. Из Захаровки вещи. Люся, подойди ко мне на минуточку. Какие-нибудь еще приметы, кроме прожженного рукава? Можете нам показать, чтобы доказать, что это пальто ваше? Вот. Это еще до войны было. Я его еще зимой накидывала, когда тетрадки проверяла. Спасибо. А пальто либо снимайте, либо вместе с ним у нас оставайтесь. Мы улики не раздаем. Юлочка, помоги. Эта вещь была украдена с квартиры Маликова 5 дней назад. Если вы не хотите отвечать за его убийство, будьте любезны. Объясните мне в письменной форме, как у вас оказались эти вещи. Вы не понимаете? Да не умею я писать-то. А, так бы сразу и сказали. Давайте, слушаю. Ну, первый раз они 2 месяца назад пришли. Принесли швейную машинку. Кто они конкретно? Ну, двое молодчиков. Лица прятали, но точно молодые. Откуда знаете, что молодые? Да уж больно неловко с этой машинкой управлялись. Купил я эту машинку, вот. Сговорились, еще принесут. Часто приходили? Не, часто они не приходят. Раз в неделю точно. Раз в неделю. Много вещей приносили? Не, помного они не приносят. Может, какие-нибудь странности заметили? Так все как обычно. Они товар, я деньги. Товар. А вот, последний раз они сказали, чтоб я расплачивался марками. А откуда у меня марки? Работаем, работаем. Если придут, постарайтесь разговор завязать. Чем-то отвлеките. Ага. Главное, близко не подходите. Ага. А ваши где будут? Наши будут работать. Все, давайте. Задницу пониже держи. Галина Захаровна, это вы кому? Извини, но я вас пока еще по задницам не различаю. Приходить будете затемно. Как только светает, уходите. И строго по одному. Ясно, Галина Захаровна, только жестко. У нас один товарищ на фронте 2 суток пролежал. В деревне немцы взяли. Надоело лежать, пошел за едой в деревню. И что? Как ты думаешь, что? Так что лежите. Для здоровья полезно.
Чего там? Сюда! Мы его в больницу отвезем. Там врач посмотрит. Потом отдадим. Уводи ее уже, а? Давай, пойдем, давай. Пойдем. Так, тш, иди, иди. Аккуратнее. Аккуратнее. Тихо, тихо, тихо. Тебе нельзя нервничать. Тихо. Что такое? Какое время Николай ушел из дома? В комендантский час или после? Утром, наверное. Когда спать ложились, он еще был. Проснулись. Небо было. Ты что скажешь? Мы вместе с Лизой проснулись. Держись. Чего? Чего, мать? Ты сейчас опять помощь предлагать будешь? Буду. А ты найди, кто убил. Найди. Ты же опытная. Вот когда найдешь, тогда и поговорим. Давай, увози его. Пошли. Пять на живых, то за что, непонятно. Точно как-то связано с бандой. Пять дней назад Маликов, а сейчас свежий труп. Погоди ты, комиссар. Коля! Ну, что нашел-то? Товарищ капитан. Вот так, значит. Вальтер П-38. Ну что, связался? Связался, связался. Неси в машину. Связался. Ой, стой, стой. Что? Ой. Я же все правильно им сказала. Умница. Умница. Тебя ночью вчера тоже не было. Ты что, хочешь сказать, что я... Скажи, что нет. Я тебе клянусь. Лиз, я клянусь тебе. Я вчера Колю после комбината так и не видел. Я подумал, он мне сказал, что дома ночевать не будет. Я подумал, что к бабе какой-то пошел. Лиз. Такой глупый был. О, а тут и следы есть. Жгли чего-то. Вот. Я вот что подумала. Если он с комбината, если он в банде, может, и остальные? Днем мясо рубит, ночью головы. Ну, нет противоречий. Нету. Ну, и доказательств, значит, тоже. Николай Михайлович! Че, Игорек, раков поймал? Вот так так. И что это значит? Это значит, Галя, мы сейчас с тобой к Фролову. Поехали. Раков пацанам отдай. Есть. Давай. Да, держи. Спасибо. Сделано в Германии. Причем недавно. Диверсанты? Или при отступлении осталось. А если банда? Что банда? Да странно все как-то. Платят марками, берут марки. Пистолетов себе набрали немецких офицерских. Не годятся ваши бандиты в диверсанты. Слишком много шума и внимания. Хорошо, не диверсанты, а сочувствующие. Нашли где? Здесь? Угу. Вот. Вот здесь, да? Значит так, вот в этом радиусе надо все обыскать. Каждый куст, каждый метр. Вдруг еще следы остались. Послушай, Семенович, мне помощь. Квадрат приличный. Может, мне хоть на один солдат дадут? Дадут. За этим в комендатуру иди. Ты там и так частый гость. Вон. Последний раз тебя предупреждаю. Не знаешь, где твое место? Вон, у товарища спроси. Солдаты воюют? Вы ищете. Сначала победить надо. Потом искать, значит. Если вопросов больше нет, на этом все. Семенова. Ты начальство не тушуйся. Побольше инициативы. Инициатива, она в начальнике-то и выводит. Николай Михайлович, да? Рация настоящий диверсант? О, да, Юр. Завтра брать его пойдем.
Так что завтрашнему дню ящик динамита с тебя. Зачем? Ну как, рыбу глушить будем? Там озеро большое. Расслабься, шучу. Коля, да. Тут ответ из Свердловской колонии пришел на Матвеева. Но там все, как и говорил. Значит, отбывал, потом отправлен в штрафбат, ранения, награды. Вот, в общем, все, как рассказывал. Ну все, отпускаем, значит. Угу. Николай Михайлович. Че? Дайте я. Чего ты? Ну, пройдусь с товарищем, проведу беседу. Зачем? Скажите, как положено. Зачем? Он моего сына от фашистов выручил. Жизнь спас. Хоть расспрошу его, что да как. Может, спасибо нужно человеку сказать. Ну, иди. Дай-ка я посмотрю еще раз. На выход! Свободен. Здравствуйте, Галина Захаровна. Товарищ старший лейтенант, может, я с вами пойду? Нужно с товарищем беседу провести с глазу на глаз. Странно, что у меня про Тоху ничего не спрашиваете. Неужели неинтересно? Вспоминал ли? Мучился? Неинтересно. Вспоминал. Каялся. Молодой был. Галин. Хочешь, беги тогда в спину. Хочешь на меня, тогда в грудь. Так это за что же? Только тогда мне еще про подельника рассказал. Одному отвечать не хотелось. Просто мы тогда тебя не нашли, а теперь я тебя нашла. Так я свое сидел. За другое. Там семья по миру пошла, а кормилец инвалидом остался. Так это Тоха. Моя вина не доказана. Для меня доказано. Так это тоже Сатош... Хватит. Не только. Я думаю, ты и здесь наследить успел. Да нет, Галь. Здесь я чисто. Как младенец. Ох, зря ты сюда приехал. Я из Илюхи приехал. Тихо! Тварь! Сдриснул отсюда быстро. Бегом. Спасибо, начальник. И чтоб, значит, ни слова. Рапорт сейчас написать или потом? Слышь, комиссарша, пойдем, значит, выпьем. Пошли. Давай. Егор. Кто Колю убил? Мать моя, думаю. Галя? Да. Он за ней пошел. Хотел убить, а утром его самого в лесу нашли. Отпусти, Егор. Стерва. Стерва. Это еще не все. Они перекупщика арестовали, потом отпустили. Я там был, двоих срисовал. Ну и? Чего, тебя ждали? Нечего ждать. Нечего ждать, Илюша. Действовать надо. Да, я тоже. Пора показать, кто в доме хозяина. Угу. Стерва. Зря остановил. Не зря. Вот увидишь, что зря. Ты сперва докажи, значит. Я докажу. Ну, конечно. Докажу. Да. Только поздно будет, сколько людей погибнет. О, так, значит, уверен, да? Такие, как он, не меняются. Такие, как твой Тоха? Не хочу. Галя. Мне твое личное дело на столе лежит. Я в него даже не заглядывал. Вы думаете, легко, что ли? Бабе одной. Без мужика. С ребенком на руках. Все вокруг он шепчется. Нагуляла, понесла. А меня, что ли, кто спрашивал?
Хочу ли я это? Взяли башкой об стену. Вот вся любовь. Вот оно. Давай-ка. Давай. За. За взаимность. Николай Михайлович, давайте за победу. За победу. Югаль, вот это Николай Михайлович, это в кабинете. А здесь можно просто Коля. Коля. Галь! Я пойду. Галь. Провожать не надо. Не надо. Галь! Ой, прости, Галь, ну. Ну, извини, ну вырвалась. Ну, куда ты пойдешь? Ну, куда ты такая? Я не тронул. До завтра. До завтра. Николай Михайлович, будем работать. Глаза смотри! Рассказывай! Не знаешь. Подежурю с тобой. Давай. Ой. Как обстановка? Работаем, Грязев, работаем. Слышь, давай. Ломайте! Вон один! Грязь, кто проверил за мной? Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты!
Там еще три. Да. Откуда у них вот такие богатства? Война ведь. Вот именно война. Вещи без хозяев. Гнида. Странно, что ничего не взяли. Тут ведь и искать толком не надо. Только ткни и посыплется. Они сюда не грабить шли. Это нам послание. Показывает, кто в городе хозяин. Давайте, грузите все это. Угу. В отделении на опись. Федорченко, помогай! Я в лес. Посмотри все при свете. Галина. Надо предупредить врачей, кто по городу, кто по окрестностям. Если обратится человек с пулевым ранением в спину в этой области, давай. Пусть немедленно сообщает нам. Понял. А вы-то в отделение не едете, что ли? Буду позже. Надо одну старую знакомую навестить. Ты, Галь, извини, чая-то у меня нету. Вот, морковку завариваю. Да ты же понимаешь, что я не за этим. Да ты не сомневайся. Я все поняла. Сунется кто, я сразу тебе сообщу. Хотя кто ко мне сунется? Какой я доктор? Ко мне лет 100 уже никто не Валь, приходит. Да не ломай комедию-то. Я ж тебя знаю. Галь, ты чего? Я уже лет 10 такими делами не занимаюсь, ну? Ну, руки-то помнят. Ну, руки, может, помнят. Для своих. Как сыночек поживает? Хороший парень? Нормальный. Вот. А ты не хотела. Матери скажи спасибо. Упокой Господь ее душу. Моя семья тебя не касается. Все. Работаем. Баба Валь, помоги. Топай отсюда. Тебя вон милиция всюду разыскивает. Не впутывай меня, не хочу. Я тебе денег заплачу. 5000. Когда деньги принесешь, тогда и поговорим. А пока я тебя не видела. Понял? Иди давай. И пушкой своей тут не размахивай. Опуганная, я видала. Шуруй. Сволочь ты. И за новокаин спасибо, скажи. Ну-ка, милая, в соседней комнатке подожди. Давай, давай, давай. Ну что, рожать скоро? Скоро. Сделали? На балке подвесили. Это хорошо. Только я вот только не понял, кого из вас двоих ранил-то? Чего? Чего-чего? По всему городу оповещение. Если, дескать, товарищ с пулевым ранением задявится, заявить милицию. Кипишуют.
деятельность показывают. На пустом месте кипишуют, да не. Там тоже не дураки в милиции-то, а, Илья? Да ты не бойся. Рассказывай, как было. Штаны снять? Штаны не надо. А то я могу. Иди Кирюшу допрашивай. Пусть тоже раздевается. Уже раздевался. Ну все, ко мне вопросов нет? Пока нет. Егор, нам действовать надо. Две гниды с деньгами остались. Не торопись. Гниды от нас никуда не денутся. Я тут новое дело задумал, большое. Когда? Где? Не суетись. Дай ментам успокоиться, а там и мы свое возьмем. У нас какое-то свое, как не свое. Это как? Только ты знаешь, где схрон находится. Ну-ка, ну-ка, давай. Говори, что случилось. А ничего не случилось. Просто несправедливо. Что значит несправедливо? Илюх, мы же договаривались. А ну что, безопаснее, война закончится, все, поделим. Или тебе прямо сейчас надо? Так ты скажи, объясни, я выслушаю. А что объяснять? У меня Лизка вот-вот родит. Время придет, тогда выдам. Сейчас потопали. Я с Лизкой еще 5 минут посижу. Дела семейные. Лиз! Иди, отдаю мужика от моего. Илья! Илья! Тихо, тихо, тихо. Бери простынку, тащи водку и перевязывай туго-туго. Илья, тебе к врачу надо. Ни в коем разе. Илья, на комбинате как? Давай я за Егором сбегаю. Не вздумай. Он меня первый раз в ход пустит. Но Егор же тебя любит. Да какая разница, любит, не любит. Через меня всю банду поймать могут. Илюш, меня пожалей. Вчера же только Колю сгоронили, Илюш. Да не плачь, царапина. Стой. Илья! Подожди. Подожди. Мне опаздывать нельзя. Я быстро. Ночью банда человека повесила. Одного из них я подстрелила. Метко? Да не очень. Ушел. Но крови потерял прилично. Спину ранило. Поэтому ты там на комбинате присмотрись. Ну, кто от работы отлынивает или просто не появляется. Тебе стукач, что ли, нужен? Так и скажи. Помощь закону – долг любого советского гражданина. Хорошо, помогу. У тебя все? Ты что, выпил? Нет. Заболел, что ли? Дай пощупаю. Не выспался. Так ты поглядывай, слышишь? В оба буду смотреть. Товарищ начальник, разрешите идти? Возьми шоколад. Советским гражданам опаздывать на комбинат не разрешается. Какой же ты все-таки у меня... Иди. Тормози. Выстраиваемся цепью. Дистанция 3 метра, не меньше. Внимательно смотрим под ноги. А что ищем-то, Николай Михайлович? Любые следы людского пребывания. Может, костерок где был или мусор остался. Хотелось бы, значит, действовать по-другому, но зацепок у следствия никаких. Двинули, двинули, товарищи. Двинули. Нашла чего? Да не боись своей. Мы же вроде договорились с цепочкой.
Ну, ты, значит, мой заместитель, считаю, в одном звене будем. Понятно. Николай Михайлович, вам не кажется, что жертв бандиты особенных выбирали? Ну, а чего в них особенного? Не знаю, ну что у Маликова, что у торгаша, марки водились в большом количестве. Откуда? Промышляли на чужих страданиях. Может, фашистские пособники? За доносы немцы же марками платили. Может быть, может быть. И что выходит? Да выходит, порешили их правильно. Нет, Николай Михайлович. Выходит, что мы с вами не знаем, кто чем во время оккупации промышлял, кто сотрудничал. А бандиты знают. Может, они сами, значит, из этих, кто сотрудничал? Выходит, что бандиты бандитов грабят? Правильно? Красота. Только немецкая рация всю эту красоту портит. Допустим, заслали диверсанта. Допустим, этот диверсант Бондюков знает. Допустим, это как-то связано, но... Галь, слишком много. Допустим, зацепка нужна. Хотя бы одна, но значит верная. Вот, например, смотри, Грязев целый день с тебя глаз не сводит. Какой, значит, вывод? Влюбился. Ай, дурак. А что? У нас личная жизнь, между прочим, не запрещена. Я сама себе личную жизнь запретила до окончания войны. Может, ты из-за вчерашней свяжешься? Давайте о сегодняшнем дне думать, Николай Михайлович. А что вчера было-то? Ничего, проехали. Работаем! Грязев, работаем, работаем. Значит, ничего не видел, ничего не слышал. Говорю же. Может, дочь ваша что видала? Ничего она не видела. Догоню. Куришь? Курю. Свои курю. Я ему ничего не рассказывала, потому что он боится. А я кое-что знаю. В Наречке были? Каждую ночь, часов в 11-12, там ходит женщина. Сначала идет в одну сторону, потом в другую. Так вот туда она идет с узелком, а возвращается без него. Понимаете? Каждую ночь. Что за женщина? Не знаю, мне отсюда не видно. А ближе он не дает подойти. Но я помогла вам. Я думаю, что помогли. Еще вопрос. Твой отец. Чего он боится? Ну, он мне не отец. Он хороший. Вы его не трогайте. Он меня от немцев спас. Воспользовался? Почему? Я его люблю. Он тебя насильно здесь удерживает? Ничего не отвечай, просто кивни и все. Ты что, дура, что ли? Все у меня хорошо. Надоест, сама убегу. Ночью. Работаем, Николай Михайлович. Есть зацепка.
Вставай, гнида. Сам все знаешь. Свет зажгу. Мне пса не видно. Сейчас. Всем оставаться на местах! Милиция! Двигай отсюда. Руки подними. Руки поднял.
Давай! Кто ушел? Ну, кто? Я не знаю, как сказать. Ну, наш немец, кто? Наш. Ты знаешь, что бывает за нарушение комендантского часа? Миленькие, в оккупацию сошлись. Его деревню сожгли вроде. Он тут поселился. Поймите, на жалость взял. Я ему сначала передачки носила, а теперь убить грозился, если я ему до Курска добраться не помогу. Ваша правда, что? Вставай. Так увидите, расположено. Ну, пойдем, расскажешь. Вставай, живее. Работаем! Руки выше, говорю. Держи. Опаньки. Вот, я посмотрела, там держи следов, ее, Юра. Следов в лесу нет? В трубе нет? Вот, пожалуйста. А он там под палатем прячется. Ну, рассказывай, кто такой? Так а что тут? Ксюша, вам и так уже всю подноготную. Родную деревню сожгли. Ну, слыхали, наверное, Захаровка? Слыхали, слыхали. Ни одного дома целым не оставили, сволочи. А ты, значит, что? Мне-то повезло. Не было меня дома. Но потом... Потом в лесу прятался. От кого? Так от немцев. А сейчас от кого? Немцев 2 месяца как выбили. Не скули! Так идти-то все равно некуда. И документов опять же нету. Сгорели. А, понятно. И поэтому баба ради тебя по ночам шастает, комендантский час нарушает. Пошли. Привет. Подождите, подождите. Я вам могу кое-что показать. Важное очень. Если вы меня отпустите. Важное? Да. Я кое-что видел в лесу. И начальство вас похвалит. Большое дело сделаете. Только надо бы вначале договориться. А, договориться? А? Ну, хорошо. А отведи-ка барышню в дом. Не трогайте его! Не ори! Не трогайте важное, его! Важно, да? Не трогайте и начальство его похвалит. Это хорошо. Будем договариваться. Ну что, договорились? М? Договорились? Договорились. Паш, по-моему, по твоей части. Ну, рассказывай, что и когда ты видел? Недавно бомбежка была. 7 дней назад. Один бомбер над лесом прошел, скинул 3 бомбы. Потом из него парашютист прыгнул. Я подобрался поближе, но увидел, как он складывал парашют. Как он выглядел? Ну, высокий, волосы темные. Да ночью было дело, плохо видно-то. Одет как? Как гражданский. Картуз, плащ. Спрятал парашют, да пошел. Что, Паш, немецкий? Так точно. Новый. Я такие и не встречал. Куда он пошел? Да не знаю. Я в дом вернулся. Было у него что-нибудь? Или с пустыми руками? Да. Сумка была. Вот такая. Рация. А тише. Тише, 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 тише. Тише. Оп. Все. Вот так вот. Давай-ка сюда ко мне. Во-во-во-во-во-во-во. Вот так. На, вот, надень. А то вон в кровище все. И рану в чистоте держи. Не приходи сюда больше. Швы снимите сами, 5 дней. Понял? А если за деньги? Все? Считай. Баба Валь, мне даже интересно. Много накопил-то? Ай. На. Может, у тебя тут где-то ничок есть? 45. А? 40, 45, 50. В стенке или под полом? Ты давай иди отсюда. Обычно-то я знаю под полом. Иди, говорю. Ты уж в следующий раз прячь получше.
Из 40-й дивизии он выбыл по ранению, а обратно его вроде как 25-ю определили. Я отправила запрос, жду. Выгружай, Юр. Гляньте, Кострова ведут. Сволочь, Сатюга! Поганая гадина! Гражданочка! Сдохни, сволочь, полицай, поганая! Гражданочка, тихо! Ну-ка, успокоились! Тихо! Успокоились! Остынь! Тихо! Кто он? Полицай он! И подстилка вот его! Да он убийца! У меня из-за него сын! Тихо! Идите в отделение, сейчас все запишем! Все, идем записывать показания! Иди сюда! Так, дуй к Фролову! Расскажешь про парашют и про этого! Вперед! Федорченко где? Видал, Сереж, улов! Полицай! Настоящий, недостреленный! У нас тут тоже улов. Все. Ночью патруль взял. Новый труп. Взяли да не того. Настоящий убийца, как нож сквозь масло прошел. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Угу. Все, спасибо, уважаемый. Можете идти. Нет. Я хочу послушать, как эта гнида изворачиваться будет. Идите. Юра! Сдохнешь, собака. Проводи гражданку. Все равно сдохнешь. Сдохнешь, собака. Прошу, прошу. Сводки проверили? Показания про бомбардировщик сходятся? Товарищ майор, разрешите? Был налет, и действительно, один бомбардировщик над лесом бомбы скинул. Это правда странно. Зачем над лесом-то бомбить? А зону выставки защищал. Гражданина Кострова мы забираем для дальнейших допросов. Как это забираете? Куда? Мы сами Кострова допросим. Да, Николай Михайлович? Ну да. Ну вот, Захарова, с ней работайте. Я слышал, ночью опять нападение было, и опять преступник ушел. Да, если бы мне не пришлось полотделение в лес тащить. Полотделение в лес за одним человеком. Не очень-то эффективно. Я настаиваю, чтобы Кострова допрашивали мы. Есть версия, что банда связана с полицаями. И он наверняка что-нибудь знает. Если мы что-нибудь выясним по вашему вопросу, мы обязательно вам доложим, товарищ капитан. Уводите. Хорошо. Стой. Матвей связан как-то с немцами? Все, Галя, Галя. Егор, все. Галя. Матвей связан как-то с немцами? Галя. А ну, расступись. У нас вопрос. Задавайте. Что вы с ним сделаете? Да. Допросим. А потом? А потом будем судить по советским законам. А если не заслуживает он советских законов? Майор, да как же так-то, а? Да его допрашивать-то, ну. Да как же так-то? Заводи. Товарищ майор! Поехали. Ну что, Захарова, что ты нам про своего сожителя расскажешь? Во время оккупации сошлись. Он приходил ко мне 2-3 раза в неделю. Еду носил, заботился. Еще что? Потом я к нему ходила. Заботилась. Еще, еще. Поймите, я ведь ничего такого. Я ведь так только... Я ведь только по-бабски, товарищ милиционер. Я ведь ничего такого, я ведь только по-бабски. Грязев. Товарищ милиционер. Запри ее где-нибудь. Пожалуйста, товарищ милиционер. Товарищи милиционеры. Товарищи. Я ведь только по-бабски, товарищи милиционеры. Николай Михайлович, ну что? Да без толку это все. Не знает она ничего. Я смотрю, Илюш, не выспался сегодня, да? Не спалось. Лента, Кострова взяли. Чё ты мне не договариваешь, а? Второй день как тихо. Да, Лиск, понимаешь, мы чуть ложимся спать, это в животе пинаться начинает. Понимаешь, как только ночь, этому не спится. На сын поди будет, да? Да. Ну ладно. В лесу Кострова взяли. Когда? Ночью. Сначала в милицию отвезли, потом НКВДшников забрали. Да, плохо дело. Начнет болтать, все посыпется, и мы с ним заодно. После смены задержимся. Угу.
Кострова надо убрать. После смены не расходимся. И не спать. Ты мне сегодня нужен. Да, судя по всему, много денег-то было. Да тут мелочь одна. Да здесь тоже мелочь. Солдаты уверены, что подстрелили одного. Галина Захаровна, может, ранили? Ух ты. Это мой. Рана здесь. Карточки, документы. Ранен, а мы до сих пор найти не можем. Дырку-то на мне не просверлил, летчик. Так, Юрок, что там? Пусто. Юр, заканчивай здесь. Опишите здесь, деньги соберите. Князев, за мной. Возвращается память. Давай, описывай. Все по порядку, все эпизоды. Кого арестовали? У кого имущество изымали? Кого расстрелял? Я под пули не подводил. Тогда пиши, кто подводил. Вон, на улице Свободы, в 9-м доме, весь подъезд вывели и расстреляли к чертовой матери. И никто не знает, за что и почему. Пиши все, что знаешь. Пиши давай. Может, что-то и знаю. Давай, давай, пиши. Раскаяние навсегда на пользу. Пиши давай. Почему пропустили? Прорвались. Чего вам, товарищи? Что-то важное хотите сообщить? Ну вот он я, вышел к вам. Вопросы есть? Есть! Задавайте, только по одному. Полицай у вас! Выводи полицая! Выводи! Тихо! Выводи! А ну тихо! Тихо! Тихо, товарищ! Идет работа! Тихо, говорю! Видеть хотим фашиста! Ладно, выводи. Давай! Выводи! Я пошел. Давай! Смотрите. Свидетельство об освобождении от воинской обязанности. Выдано госпиталем. Все нормально. Да, теперь понюхайте. Чего? Понюхайте, понюхайте. Чернил свежий. А по дате выдано 2 года назад. Подделка, Николай Михайлович, Извините. Я понимаю, не зацепка, конечно, но все-таки, тем не менее. Захарова уже допросили? Да допросили, ничего не знает, плачет только. Разрешите, я с ней поговорю? Ну, сказать, по-женски. Ты по-женски? Ну, попробуй. Давай. Смотри только, чтобы она потом заикаться не начала. Отпустите меня, пожалуйста. Я хочу знать, кто были его товарищи. Я все рассказала. Те, кого я знала, с немцами ушли. А кто не ушел, тех наши расстреляли. А сейчас вот, после оккупации, он тебя никому не посылал? Нет. То есть ни детей у него, ни родственников? Нету никого. Где он живет? Квартира по какому адресу? Нету квартиры. А что с квартирой-то?
Когда немцы отступали, дом подорвали. Так не вой. Ладно. Начнем сначала. Давно он в лесу прятался? После того, как наши город взяли, он ко мне пришел ночью. И? Еле на ногах держался. 2 недели в болоте просидел. Даже по лесу боялся ходить. Но я про сруб заброшенный знала. Я отвела его туда, спрятала. И что? И все. Кормила. Иногда стирала. Он никуда не отлучался? Нет. Никуда-никуда? Никуда-никуда. Хотя... Хуже ты ему уже не сделаешь. Несколько дней назад он сказал, что ждет документы. Поддельные. А кто ему их достанет, не сказал. Я даже решила, что заговаривается. Деньги ты ему давала? Нет. Когда про документы сказал? 5 дней назад. Да, 5 дней назад. Молодец. А что теперь со мной будет? Николай Михайлович, надо срочно идти к Фролову. Костров поддельные документы ждал. Надо срочно выяснить, кто их должен был изготовить. Для сегодняшнего покойника тот же мастер мог стараться. Ну а сколько у нас мастеров-то может быть в городе? Баба про документы сказала. Ну а нет оснований ей не верить. Заметьте, денег у них нет, а документы Кострову сразу согласились править. А? Значит, он не только знает личного фальсификатора, но и компромат на него имеет какой-то. Паш, а? К Фролову Кострову забирать составишь компанию? Готов. Молодец. Да, да, все-таки мы его изловили. Товарищи! Товарищи! Убийца! Ведь допрашивать будут! Разговаривать, как с человеком! Преступник будет наказан по закону военного времени! Я вам обещаю! Это что, так выкрутиться будет, а? Обещаю! Выживет! Нет! Смерть его! Уводи его! Сволочь фашистская! А ну стой! А ну стоять! А ну разойдись! Разойдись, говорю! Разойдись! Отойди дорогу! Стоять! Все, уходим, уходим. Идем. Гад. Ну? Кто останется на площади через 5 минут, будет арестован. Унести. Матвеев, народ подбил. Значит, боится. И правильно, я не отступлюсь. Каждую квартиру посмотрю. Тот, кто поддельные документы клепает, тот ключ ко всему. И я его найду. Ишь ты. Раскраснелась. Да, я так. Не выспалась. Золото ты, Галя, а не заместитель. Ой, ладно. Сядь. Чё? Признание есть, значит. Смотрел я тут, как ты правду матку Фролову рубишь. И пришло ко мне понимание. Нравишься ты мне? Нравлюсь. Крепко нравишься. Интересен с такой. Николай Михайлович, я вроде говорила, что зарок дала до конца войны. Ну, ты дала. Я не давал. Переиграем. Тоскливо одному.
Вот и довольно. Может быть, потом? Галя? Чё? Галя? Галя? Галя, Галя, послушай, Галя, ты, елки-моталки, ты правильно все говоришь, война, каждый день последний может быть, Галя, так что же откладывать-то, а? Чё там с тобой откладывать-то, Галя? Ну, Галя, ну, мы же, я могу быть ласковым, я ласковым могу быть, Галя, ты даже не знаешь, каким. Я прошу тебя, ты пусти ты. Галя, ну, Галя, ну, ну, что ж там? Илюша, пошел отсюда. Ну что? Чё тебе надо? Да уйди, я сказал. Остыньте! Не грабил! Да ты что, как вот петухи-то? Петухи, я не знаю. Угомонись! Ты что делаешь-то? Тихо. Как ты? Вот наша свинья. Покажи. Да нормально, подых. Ну вас к черту! Значит так, Семенова. Завтра подробный отчет мне. Да не трогай меня! По поводу всех своих домыслов. И давай результат. Я же специально. До конца войны, как же. Дура! Вот твой бешеный, а. Ты как, мам? О, с пылу с жару. Держи. Да куда ты руками-то хватаешь? Вилка же есть. Давай. Да это, мать, на НКВДшников взъелась. Костров сволочь был. Казнили правильно. Может быть. Но прежде надо было допросить, как положено. Тогда, может быть, мы узнали. Чего узнали бы? А, не доверяешь? Ну, это понятно. Есть ниточка. Куда приведет, не знаю. Кто-то в городе липовые документы делает. Костров знал. И мы должны узнать. И что, если узнаете? Ничего, может, и ничего. Как маленький. Спасибо, что вступился. Для меня это важно. Ну, не смотрели же, как он тебя лапает. Ты куда? Риск переживает, когда задерживаюсь. Понял? Понимаю. Стой, стой, стой. Ты заходи к нам. Еще поговорим. Договорились? Держи. Мы же с ним на удовольствии. Нам и так хватает. Все взял. Давай. Илюха. Открывай! Открывай, говорю! Принимай, значит, заявление! Нету! Нету сил моих больше! Там, там должен быть фашистов! Душить, суку эту, за жену! За сына, а я тут! Так, монета в архив. Mm-hmm. Готова. Ага. Так, хорошо. Вот она. О! Тетя Нин, ваш опять буянит под дверями комендатуры. Соберете? Конечно. Так, маме привет. Передам. Спасибо, Антош. Максимка просил, бабка. Бабка, на лошадке. Потом. Успеем. Успеем.
Сынок, не успели. Прости, прости, сынок. Прости, сынок, прости. Сидим, а? Все. Что? Все? Вот и все, посидел и пошли. Просил Максимка на лошадке покататься. Давай, давай. Сейчас все, покатаемся. Все, папка не покатает больше на лошадке. На лошадке. Господи. Да ну что ж ты, куда идешь, хороший? Тихо, тихо. Подождите. Стойте, стойте. Я все, архивы я все пересмотрела. Все. К черту работу. Сел. Да? Да. Ну, правильно. Не проработаю сейчас. Ты с подругой поговори своей. Слышишь, поговори. С какой что? Подругой? С Галей. Почему с Галей? Ты скажи, что я ж не как сегодня, что я серьезно, я ж. Я ж по-настоящему не как сейчас. Я... А что, что сегодня? Был я у вас. Хорошая ты баба. А, ладно. Фляжка где моя? Солдат! Фляжка где моя? Да куда ты? Э! Где моя? Иди сюда, вот фляжка твоя, где вот. Фляж? Вот фляжка идем. А. Вот фляжка, ты идешь. Все, идем. Я идем, фляжка. Идем, все. Идем. Фляжка идет, мы идем, а. Все. Ну, что сказала? Мать все знает, что Костов документы ждал. Ага. Теперь будет искать, кто их выправляет. А-а-а. Ну так что, мы действуем? Нет. Все равно сразу не сыщет, а нам тоже нужно. Ты и только к матери-то ходи. Ходи, а то момент прощелкаешь. Егор, я не прощелкаю. Ну-ну. Лиза, что? Вон отошли! Лиза! Давай, вон отошли! Тихо, тихо! Господи! Лиза! Лиза, прости меня! Не бойся, не доводилось. Держись крепче. Все, давай, тушься, тушься. Вот. Работаем. Давай, 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 давай. Да не кричи ты, лучше дыши. Дыши, дыши, тушься. Молодец. Ну что так?
Потому что тебя так крутит. Тихо. Давай, активнее, помогай, работай, давай. Помогай, не ори. Толсто. Умница, вот. Работай. Не расслабляйся. Давай, работаем. Вот. Да. Смотри, кто девчонка. Даже полку припла. Смотри, мамка, где? Вот. Да. Я твоя бабка. Бабка твоя. Да. Вот, давай. Где ребеночка? Вот. Девочка-то правая. Да. Думаете, Илья вернется? Он двух человек убил. А может и больше. Если поймают они его, расстреляют на месте. А я, может быть, спасу. Все. Побегу. Давай аккуратненько. Давай. Бери. Побегу за врачом и с работы отпрошусь. Молоко пей, не забывай. Давай, аккуратно. Пей, не забывай. И береги наш круг. Все. Ну и как тебя назвать? Папы нет. Папа бы сразу придумал. Егор, стой там. Мать все знает про меня. Откуда? Вот откуда. Егор, стой там. Спрячь ты ствол. Ведешь себя, как мальчишка с подворотни. Людей вокруг. Что мать еще сказала? Ничего. Больше ничего. Ладно. Сделаем так, давай сейчас в лес сохранить в окопах. Я что-то покумеку придумаю еще. Егор, нам лучше условиться в другом месте. Сиди там и не высовывайся. Даже если жрать захочешь. Егор, я тебе доверяю. А остальным? Остальным знать не обязательно. Сбежала. Я же ведь приходил, спрашивал. Чего ты боялся-то? А ты будто не понимаешь? Не понимаешь. Я тебя пальцем не трону и другим не дам. Я же своему отцу обещал. Давай, дуй. У меня еще Лизка рожать начала. Я не сплю ни духом, я не знаю, что да как. Ладно, я все узнаю, расскажу. Все, давай, дуй. И оружием не свети попосту. Сучок. Приняла, как смогла. Ты приди, посмотри. Почисти ее. Антибиотик, калий, ну, в общем, сама все знаешь. Галь, ну ты че, ну? Ну мне надо к пациенту. К пациенту? С такими губами? Прости, господи. Что?
Тошка, с вами нужен-то. Давай, давай, давай. Не размусоливай. Улица Мира, дом 7, квартира 15. Галя, Галь, а это ребеночек-то сына, да? Хороший ребеночек. Топай, топай. Галя, 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 мне бы, ну, для скорости. Ну, что-нибудь. Само собой. Все. Без мишуры можно? Я бегу, Галечка. Все, бегу. Все. Разрешите войти? Опаздываешь, Семенова, на собрание. Нехорошо. Ну что, все в сборе? Да, все. Кого нет, значит, в патруле. Где ты ходишь? Тебя Пашка все утро ищет. Приступим. Здравия желаю, товарищи. Для начала представлюсь. Губин Лев Михайлович, майор государственной безопасности. Здравия желаю, товарищ майор. Вам сотрудников представить? Нет, спасибо, не надо. Товарищ Фролов уже обо всех рассказал. Так что приступим сразу к делу. Вами была найдена сломанная рация, парашют, опрошен очевидец. Нашими силами был осуществлен перехват радиопередачи. Предположительно, в вашем квадрате готовится диверсия. Одним человеком, а может быть группой, пока не знаем. А какая, простите, диверсия у нас может быть? Стратегических объектов нет, военный аэродром тоже далеко. Так пищевой комбинат, Сереж. За колбасой немец охотится. За колбасой. Я оценю ваше чувство юмора, но ситуация чрезвычайная. У меня есть распоряжение задействовать в поимке диверсантов весь имеющийся состав. Отделение переходит в усиленный режим работы. Для патрулирования улиц и проверки документов должны быть задействованы все. Я правильно поняла? Мы все должны ходить по улицам и проверять у граждан документы? Да. А в случае сомнений сигнализировать. Проверите квартиры заодно. Да, диверсант по городу шастает и нас ждет. Если есть кто, искать надо в лесу. Лес будет прочесывать. 56-я рота, приписанная к топливному хранилищу. Николай Михайлович, давайте пройдем в кабинет и наметаем план действий. Приступим к операции. Хорошо. А для оперативного реагирования в отделе останется товарищ Федорович. Опа! Беда у меня тут с оперативным реагированием. Борисович. Товарищ майор, беда. Разрешите обратиться? Обращайтесь. Успокойся уже. У нашего отдела есть другие, не менее важные задачи. Вас информировали о том, что в городе орудует банда. Есть жертвы. И сосредоточить все силы на проверке документов, по меньшей мере, это как-то помягче сказать. Ну, неразумно, что ли? Семенова. По банде у вас зацепок ноль. Ногами поработайте, может, сдвинетесь с мертвой точки. Товарищ майор, разрешите мне отвести текущее расследование? Я готов в одиночку. Банда грозит отдельным жителям вашего города. Диверсионная группа угрожает стране, вы это понимаете? Товарищ майор, я готов еще раз повторить мою просьбу. Вы отказываетесь выполнять приказ, товарищ майор. Приказ понятен, приступаем. Семенова, прошу вас, товарищ. Что за вид? А у тебя что с лицом? Что? Не милиция, что? Бардак. Садись. Ну, садись. Антон Павленко. Муж? Сожитель? Сожитель. Долго вместе прожили? Ходил. Месяц. Может, два. Ребенок от него? Иди-ка ты отсюда, Галя Семенова. О рапорте не волнуйся. Не будет никакого рапорта. Будто и тебя здесь никогда не было. Поняла? Поняла. Можно ваш документ, пожалуйста? С какой, значит, целью приехали в город?
Директива ж была. Восстанавливать. Вот мы и приехали. Это хорошо. А чего проверяете? Как что? Честных людей пересчитываем. Давайте, бабоньки, давайте. Восстанавливайте, значит. Спасибо. Спасибо. Доярки. Сегодня передали. Участились бои. Убирается немец. Не хочет отступать. Куда дальше? Паш, давай в этот подъезд, начиная с верхних этажей. Стучись, спрашивай, кто дома, кто живет, какие документы. Ну, действуй, значит. Мы тебя догоним. Нам тут стратегию обсудить. Давай, не бойся, не съем я ее. Давай. Галь, извини. За что? Ну, что не удержался. Живой же человек. А вы о чем, Николай Михайлович? Как сын, ничего. Не сильно его приложил. Нормально. На комбинате будем. Объясню парню, что выпил. Зачем вам на комбинат? Ну как? На месте всех проверим сразу. Если вы за сына или за меня, то не нужно никому. Слышь, ты комиссарш, ты фиф, ты из себя не строй. Тоже мне птица. Схватили раз за бок и уже. Хотите еще схватить? Нет? А нет, суда нет. Работаем, Николай Михайлович. Галь. Товарищ Семенова. Ваш сын за прогул пойдет под суд. Так. Закон для всех одинаковый. Угу. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Паш, что ты встал? Иди. Угу. Давай, давай, давай. Спасибо за сигнал. Валерий Петрович, я извиняюсь. За Илью переживаю. Пропал парень. Куда сына-то дели, Галина Захаровна? Да у нее сегодня дочка родилась. Пол, что ли, рожал? Объявится, сообщить. Сообщим. Обязательно сообщим. Паш, заканчиваем. Мы на улице. Граждане, спасибо за сотрудничество. У кого проверили документы, возвращайтесь на рабочие места. Спасибо. Семенова, ты что, не сказал, что сын пропал? Это семейное. Да подожди. Его теперь за прогул на 3 года посадить могут. Сбежал он, сбежал. То ли от бабы сбежал, то ли что похуже. Пока не знаю. Еще бабушкой стала. Что мне делать с этой радостью, пока не знаю. Ну тихо, тихо, тихо. Не знаю. Тихо, Галь. Ты знаешь, я не знаю. Тихо, разберемся. Все. Все, все, все. Что, Грязев? Все, товарищ капитан. Че все? Я говорю, всех проверил. Документы в порядке. Молодец. Идемте, товарищ. Че сверлишь-то глазами? Женщина сама выбор сделала. Посмотрим. Ну-ну. О, Галина Захаровна, не по мою ли душу? Твою, по твою. Любопытно. Ну и в чем предмет разговора? Угощайся. Он-то ответит. Штрафбат пойдет. А тебя на месте расстреляют. Ума не приложу. О чем речь? Где он прячется? Кто? Да Илюха. Илюха-то? Так кто же его знает? Вы не волнуйтесь, парень, он самостоятельный, взрослый. Найдется.
Спасибо за папиросочку. Я тебя все равно, сука, поймаю. Ловите. Егор, после комендантского часа сегодня в подвале. Не время сейчас. Для сходок. Егор, люди знать хотят, что дальше. Успокоить надо. Успокоим. Как же ты говоришь, не дергаться? А я вот не могу. Не дергаться и ждать, пока он на нас выведет. Че ты несешь-то? Илюха надежный. От него все беды и пошли. И мать его, скажи, она успокоится? Ты же сам понимаешь, может, он и хороший, да только нам не подходит. Зачем он нам нужен, раненый? Долго ли пробегает? Ну и что? Все так считают? Ну давайте, смелее, смелее, я руки видеть хочу. Понятно. Ну, волю вашу, братцы, я уважаю. Вот только где его искать, я ума не приложу. Так он наверняка снова к тебе сунется. Вот ты и порешай. Или, если не хочешь, сам мне скажи, куда, чего. Патруль прошел, можем выдвигаться. Давай, давай. Проходим организованно в бомбоубежище. Ногами шевели. Давайте я понесу. Проходим, граждане. Куда? Иди, не оборачивайся. Товарищ старший лейтенант, пройдемте в бомбоубежище. Товарищ рядовой, не мешайте работать. Все, успеем. Проходим, проходим, женщины. Аккуратнее, подожди, толкайте. Быстрее. Эх, что ж ты, мать, ты что, в первый раз не дострелила? Как же так, а? Ты меня совестить пришла и арестовывать? Ты же убийца. Ты что, не понимаешь? Да ладно. А ты там не убивала, что ли? Там другое. Там враги. Да? Ты думаешь, что друзья, что ли? Как Лиза? Мы про тебя еще не закончили. Кто у тебя сообщники? Сколько их? Вас Матвеев подбил? Подбил? Мне, мать, в оккупации? Жрать было нечего. Немцы на работу гоняли. Кто отказался, того избивали. Убивали. А наши пришли. Да то же самое. Разве что убивают меньше. А эти полицаи поганые, как жили, так и живут. Несправедливо, мать. Неправильно. То есть ты такой благородный. А чё ж ты на все государство-то не отдаешь? Да что оно мне сделает, это государство? Что оно мне дало? Если идет в руки, значит, надо брать. В кого ты превратился, сынок? Зато я с голоду теперь больше не умру. Коля, ты тоже с голоду убил? Или деньги не поделили? Yeah.
могу! Нет. У тебя девочка! Наврал. Выходи, я ж слышу. Ты почему меня не послушал? Я к Лиске ходил. У меня дочка. Тебя видел кто? Дай закурю. Да воздушная тревога, Егор. Кому было видеть-то? Видеть-то некому. Сегодня вечером справят документы. Я тебе тайком от наших передам. И уйдешь. Нет. Что нет? Я без Лиски и дочки никуда не иду. Давай без глупостей. Я забираю документы, забираю жену с дочкой, тогда и уеду. Да какая она тебе жена? Они следят за твоей бабой, дурень. Мать твоя первая следит. Егор. Сам этого не понимаешь? Егор, я тебе погроб обязан. Я тебя не подведу. Все будет чисто. Как знаешь. Сегодня вечером будь тут. Принесу ксивы и распрощаемся. Спасибо, Егор. Вы так каждую ночь спать будете? Давайте я в той комнате постелю. Ничего. Чувствуешь как себя? Терпимо? Да, спасибо. Придумала, как назвать. Булочка она. Пахнет сладко. Возьмите на руки, сами почувствуете. Некогда. Паспорт или любое другое удостоверение личности. Вот ведь. Забыл, что ли? Галь, ну ты же знаешь меня. Паспорт, говорю, или любое другое удостоверение. Нашел. Да на. Делать вам, что ли, больше нечего? Нечего. Покупаем яйца. Свежие яйца. Паспорт или любое другое удостоверение. Стоять! Ах ты, что ж такое? Милиция работает. Хозяйка, следите за своим товаром. Стоит на 5 минут не отвернуться. Разведите. Галечка! Галина Захаровна. Ну, товарищ начальник. В детском доме знают, что ты на базаре шляешься? Думаю, догадываюсь. Догадываюсь. Сейчас тебя провожу с почестями. Я и сам дойду. Удостоверюсь. У вас что, дел своих больше нет? Сейчас у нас главное дело – это усиленное патрулирование. Понятно? Каждый человек должен быть на своем месте. Понятно? Галина Захаровна. Ну? Я вот что скажу. А отпустите? Понятно. Ладно, я и так скажу. Ну? Смотрите. Военный хромает. Спасибо. Что с ним? Я его уже раньше видел. Только он был не в форме и не хромал. Не путаешь? У меня на лица память. Ну, уходит же. Стой, здесь никуда не уходи. Юра, Юра, ты у того военного документа проверял, как там? Да, порядок. Имя, фамилия? Не запомнил. Товарищ, можно ваш документ, пожалуйста?
ведь я показывал вашему сотруднику. Да, молодой еще, неопытный. Да. Детский сад какой-то. Какими судьбами к нам? Демобилизован по ранению. Старший Архип. Вы справку разверните, чтоб вопросов не было. Сейчас. Так, где служили? 738-й стрелковый полк. 738-й стрелковый военная часть. Смещение копчиков боковой зоны. Так. Кого ищете-то? Ну, явно не вас. Спасибо. Аки, быстро. Что, проводите с почестями? Сейчас новое дело. Беги за этим военным. Узнаешь, где живет, сообщишь. Понял? Есть. Давай. Ну что, ты понавертел, позапутал. Юрушку. Здрасте, Нина. Помощь нужна. Здорово, подруга. Что, дома не ночуешь? Съехала? Ой, съехала. Юрочка, исчезни. Спасибо, Юрочка. Совесть замучила. Нина, запрос послать нужно. Архипов Александр Никифорович, 48 лет. Старший лейтенант. Проверить нужно, служил ли такой в 738-м стрелковом полку. И когда выбыл? Тебе зачем? Для дела. Да. Личная просьба. Николаю Михайловичу об этом знать не нужно. Вот ты бесстыжая. Нин, мне мужик не нужен, тем более чужой. Хочешь, бери. Не хочешь, ничей будет. Просто как у тебя все. Есть такие вещи, которые усложнять не нужно. И без них тошно. Поможешь или нет? Ну, давайте, кто и своего старшего лейтенанта. Егор. Погоди, я думаю. Зачем рискуем? Щеглов говорит, любимчика завел. А если завел, значит, думать перестал. А если головой не думаешь, то как тебя слушать? Ну так, Щеглов говорит. Щеглов так говорит? Что-то он разговорчивый больно стал. Кира! Кира! Сегодня вечером со мной пойдешь. Дело есть. А чего? С другом попрощаться. Нина! Егор! Скоро! Ух! Что за пир? Ой, как хорошо! А сам-то откуда? Борисыч. Выменила на мыльные карточки. Молодец, на Нинка. Ничего? Да. Потом, мальчики, сейчас. Иди, пить, Ольга. Иди. Ну что, как, улов-то есть? Да, ну какой-то. Yes. Всех примет. На. Картуз и рост средний. Да, кстати, и штабы подтвердили полномочия Губина. Да чтобы ему пусто было. Ну, так. Значит, завтра снова гуляем. Комиссаршу провожу. Про сына поболтаем. Как искать, где искать. Объявляйте в розыск. Явно, что пропал. А провожать меня не нужно. Ну, Галь, ну я же чисто по-человечески. Мы с вами друг друга не человеки, а сотрудники. Ешьте, ребят, ешьте. До свидания. До свидания. До свидания, Нина. Николай Михайлович. Галь, ну подожди. Галь. Мне с Виноградихой нужно поговорить. О своем, о женском. Николай Михайлович, женщина выбор сделала. Пошлук ешь. Помогай. От мозгов. Ты сделала запрос? Что за надобность? Так, я перед тобой как замначальника отчитываться не должна. Ах так, значит? Прекрати эту ерунду! Я тебя прямо спрашиваю, сделала или нет? Сделала. Ну? Старший лейтенант Архипов Александр Никифорович, 38 лет, в 738-м полку служил. 2 месяца как убит в бою, в наших местах. Теперь говори, зачем надо.
Я ни одного военного документа проверяла. Вызвал подозрение. Выходит, что не зря. Так, арестовать же надо, Галь. Пойдем к Николаю Михайловичу, пойдем. Так, стоп. Завтра. Завтра. Нинка, спасибо тебе, спасибо. Тебе красиво. Ну? Давай, тебе прямо, мне направо. Галь! Что? Восьмая квартира. Еще баба какая-то с ним. Мила, услышь крики или выстрелы, бегом в милицию. Снова вы. Не смешно, честное слово. Извините, что беспокою? Именно, что беспокоите. Разрешите пройти? А что вам, собственно, надо? Мне помощь нужна. Только, если можно, мне на пороге. Какая помощь? Я работу пришла вам предложить. С окладом, все такое. И кем работать-то? Не работать, служить. У нас в отделении. Слушайте, ну вы разыгрываете. Зачем вам хромой? Ну, знаете, у нас и без ноги работает. Может, пройдем? Я, так сказать, разъясню ситуацию. О, здрасте. И вам тоже не болеть. Ага. Скажите, ваш мужик годится к нам на службу? Да мой-то мужик на все годится. Платит, поди, хорошо? Вот, женщину в корень зрит. Ну что, объяснимся? Может быть, поможете советом? А? Идти. Простите, конфузец. А может быть, прямо здесь и поговорим? Ну, давайте. Ну, садитесь. Давай! Помогите! Призвон! Призвон! Заткнись и не двигайся! Пока я слова не дам. Имя, фамилия, звание, номер полка. Ты же знаешь. Еще раз. Архипов Александр Никифорович служил в 738-м стрелковом полку. Старший лейтенант. Врешь! Старший лейтенант Архипов погиб в честном бою. Как? Что с ногой? У него там даже шрам настоящий. Ты уже проверяла? Так надо проверять! Встал, пошел. Я не могу! Встал, пошел ровно. Ты сядь. Вы напутали со своим допросом. Иди. Ровно пошел. Не могу я. Можешь. Можешь. Тебя видели. Ах ты, скотина. Осколок, говоришь? Инвалидность? Тихо. Давно он здесь? Да не больше месяца. Да еще б чуть-чуть, я сама бы его раскусила. Только он все сидит и сидит. Где документы взял? Нашел. Нашел? Как удачно. Сразу со справкой? А вот со справкой. Угу. Где взял? Говори, тебя товарищ милиционер спрашивает. Нашел. Хорошо. Сейчас пойду в НКВД. Они как раз диверсанты ищут. Ты по описанию подходишь. Стойте. Стойте. Пойдем, пойдем. Расскажешь, что и где нашел. Стойте. Не надо в НКВД. Если расскажу, где справку взял, договоримся? Договоримся. Если дело стоящее будет. Стоящее? Не сомневайся. Руки назад. Я прямо сейчас покажу. Товарищ милиционер, Галина Захаровна, вы только скажите, что я не знала. Давай шапку сюда. Нашли, куда повесить. Вы только скажите, что я не знала. Это я, Архипов Александр. Ой, ой, ой.
Стоять. Где тайник? Никакого тайника нет. Я знаю, что вы липовые документы справляете. Пока. Неправда. Ей-богу, оговорили. Стоять. Я ничего не нарушил. Меня знают, ко мне приходят. За меня могут поручиться. Поручиться? Где? Да не то. Что это? Меня заставили. Это они людей убивают? Жертвы кто? Я не знаю. Знаешь? У того мужика, что на Кирова в 8-м доме убили. У него справку медицинскую нашли. Подделку. Это твоя работа. Они все немцам пособничали. Те, кого убили? Ага, и Матвеев. Матвеев? Почему ж тогда никто про него не знал? А он тайком доносил на недовольных. И еще тех, кого считали с партизанами связанными. А все пособники? Кто в шайке? Только Матвеев. Ты знаешь? Сволочь ты все-таки. Да, сволочь. А что было делать? Я вас умоляю, не делайте этого. Я отдам им документы, и вы все равно их всех в лицо знаете. Вы их возьмете, а я буду полезен. Я буду информировать. Пожалуйста, ну я умоляю вас. Че ты их так боишься? Да не их. А кого? Ну что? Отдашь документы, отпустим! А ты маску-то сними, Егор! Поговорим как люди! Ну, здравствуй, Галина Захаровна. Говорила, поймаю. Так это я тебя поймал, а не ты меня. Да я вас всех в лесу знаю. Куда у тебя от меня денешься-то? В том-то и беда, что знаешь. В том-то и беда. Ну чё, выбор-то у тебя невелик. Либо ты нам сейчас кидаешь документы, либо мы кидаем тебе огоньку. Ну так себе выбор-то. Согласен. Сгореть либо от пули. Ну что, Галина Захаровна? Давай. Thank you.
Снаружи. Попался. Руки, руки! Держи! Он здесь! Там. Я поймал его, он здесь! Не кричи! Сюда! Он здесь! Он здесь! Поймал. Руки! Руки! Ты почему здесь? Я же сказал, что... Уходим, уходим. Валим, валим! Я мента убил. Давай, пошли. Давай, собирайся. Беги, мы за остальными. Встречаемся у блиндажа. Засыпались мы. Проходим. Лицом к стене. Пошел. Что за самодеятельность, значит? Прошлый. В прошлый раз, когда взяли полицая, вмешалась НКВД. Мы потеряли важного свидетеля. Мне бы не хотелось. Вот чего тебе не хотелось. Я готова ответить любое наказание. Наказание тебе? Нам это Юрку вернет? Должностное преступление, ты понимаешь? Я тебя вообще могу под суд. Можете, товарищ капитан. Можете. С завтрашнего дня сидишь за своим столом и отчеты пишешь. Все! Но я как ваш за... Но я, как ваш заместитель... Что? Не нужен мне такой заместитель, значит. Паш, что вы здесь? Давайте, идите обратно. Веди пацана в детдом. Ночь на дворе, давайте. И оружие сдай. Оружие, комиссарша. Приказ. Иди за мной. Значит, теперь Семенова садись и пиши. Подробно пиши все, как было. До утра будешь писать, значит, до утра позже, значит, еще позже. Виноградову дай ей бумаги. Побольше дай бумаги. Вот так, значит. Николай Михайлович, там часовщик сказал, что он не банды боялся, а кого-то еще. Кого он мог бояться? Вот ты, значит, и думай. Мне теперь спросить некого. В словах, значит, Виноградова. Галя, ой, то есть Семенова попросила меня запрос сделать. Утаяние от вас. Я сделала. Но я не могу втайне от вас. Я вот рапорт мне прописала.
вон пошла. Все. Деньги делим и валим прямо сейчас. Куда ты собрался? Он что, рот раскрывает, а? Из-за него все началось. Егор! Илюха спас нас всех. Ага, как же. Только пальцем троньте. А ты мне деньги отдай и никого не трону. Обождешь. Че рожи-то кислые? Да потому что поймают нас всех. Знали, что в лес пойдем. Ничего, не зима. А разбегаться-то рано еще. Есть дело. Будто менты нам позволят. Менты будут заняты другими делами. Есть мысли. Да все, хватит собачиться. Располагайтесь. А? Снова сидим. Знают про Илюху. Что теперь делать? Не знаю. Ты придумала, как назвать? Верочка. Чего? Вера? Нормально. Привыкнем. Кашу пойду сварю.